Всем привет! С вами Прия. Я наконец-то вернулся и могу продолжать радовать вас самым годным контентом, какой только возможен. Собственно, приехал я с Игромира, полутал кое-что интересное. О, даже в отражении монитор мне видно, как интересно. В общем, вот что я успел полутать. Для тех, кто не чекает Инстаграм, это будет новинкой. Но вскрытие этой коробочки будет чуть позже, часиков через парочку, наверное. В текущий момент мы повскрываем сундучки. Ну а потом, как бы, самим это не сделать вместо сундуков. Начнем же. Для начала вскроем на монахи, ну а потом на рыцаре смерти. ПВП сундук, как я и говорил ранее, не удалось сделать, потому что всю неделю был занят. Ушко, тринка. Весьма, кстати, хорошая, на самом деле. Я подумаю о том, чтобы носить ее в танке. Модификатор текущей недели. Кишащий, вулканический, тиранический. Большое количество мобов, испускающих вулканчики из-под себя в всяких рандомных точках под игроками. Плюс усиленные боссы. Это не так страшно, как было в ту неделю при кишащий плюс укрепленный. Кишащий плюс укрепленный намного больнее, чем кишащий плюс тиранический. Так что радуемся, фармим, покоряем данжики, радуемся закрытым десяточкам и выше. Ключику. Так. ДК. Если сейчас на ДК упадет пушечка, это будет как минимум забавно. Потому что я не ожидаю такого лута. Эта игра настолько рандомна, что пролутать пуху на твинка кажется более успешным делом, чем пролутать пуху на мейна. Момент истины. Кольцо. Такое же точно кольцо падало мне уже для монаха, по-моему, позапрошлую неделю. Да, за неделю до вылета. Я надену его, почему бы и нет. Весьма хороший апгрейд. Пойдет, в принципе. Я доволен. Эти два кольца можно спокойно засунуть в аннигилят. Ну что, вот такой вот лут при текущей неделе. Назвать его прямо топовым классным, ну не особо как-то хочется. Назвать его ужасным тоже как-то не хочется назвать. Назовем его просто прекрасным. Потому что я могу вскрывать сундуки со своего привычного рабочего места и радовать вас контентом. Это самое главное. А шмотки — это всего лишь пиксели. Они выбьются еще рано или поздно. Хочется, конечно, чтобы они рано дропнулись, но если игра предполагает в себе, конкретно для меня, механику того, что я буду долго это фармить, пускай так оно и будет. Хорошо. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги и помните, какой стороной монета. До скорого.